Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Он упал с высоты 5000 метров и даже не получил переломов. Его достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Его ученики – чемпионы мира. Дмитрий Котвицкий – заслуженный тренер России по кёкусинкай карате. Мастер-классы Дмитрий Котвицкий дает редко, только по просьбе тех людей, которых по-настоящему уважает. Своим учителем Котвицкого считают чемпионы мира Сергей Осипов, Игорь Пеплов, Мария Лепина и другие известные каратисты. За их успехи Дмитрию Юрьевичу в 2004 году было присвоено звание заслуженного тренера России. Ему есть что рассказать. У него тренировался двукратный чемпион мира, знаменитый доктор нокаут Игорь Пеплов. Здравствуйте всем. Зовут меня Дмитрий, фамилия Котвицкий. Более 30 лет я в кёкушине. Было время, когда я тренировал чисто женскую сборную, не только в карате, но и в борьбе. Отношение женщин к спорту, отношение мужчин к женщинам, которые занимаются спортом, мне хорошо знакомо. Во время одного из прыжков его парашют не раскрылся до конца. Падение с 4000 метров со скоростью 120 км в час, которые вы видите на этих уникальных кадрах, должно убить любого. Мое мнение однозначное. Дело не в том, каким видом спорта занимается человек, ну, в данном случае девушка, а в том, как она занимается, с кем занимается, как ее учат и какое у нее личное отношение к жизни. Как бы там ни было, я встречал и жестких мужчин, и жестких женщин, и в обратную сторону мягких мужчин и мягких женщин. Но система подготовки является самым важным и неотъемлемой частью того, что делает спортсмен или спортсменка. И мое мнение остается по-прежнему однозначным. Если занятия проводятся качественно, если психологическая подготовка девушки на высоком уровне и тренер высококвалифицированный, он никогда не позволит девушке превратиться в мужчину, а тем более быть жестким. Поэтому я считаю, что девушки должны заниматься тем, что им нравится. И пусть каждый выбирает свой путь. Спасибо вам большое. Не из-за регалий, не из-за званий, не из-за данов к нему приходит. Из-за того, что он такой есть, потому что он лучший тренер. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути кёкусин.